очередь за завтраком. Нас не выпускают. Никого не впускать и не выпускать. Такое указание пришло в Байкальский государственный университет в эти выходные. 5 китайских студентов попали под подозрение врачей. У них обнаружили симптомы вирусной инфекции. Температура и недомогание – тревожный звонок в нынешней ситуации. Всех больных госпитализировали. Мы обязаны проводить эти мероприятия вот в такой ситуации, потому что мы обязаны обезопасить население Иркутской области до того момента, как будет расшифрована полностью природа заболевания. Общежитие университета закрыли на карантин. Медики круглосуточно следили за состоянием оставшихся там студентов. За ночь дежурства проверили 240 человек. Некоторые ученики вуза только вернулись с каникул из родных китайских городов. Есть даже те, кто провел выходные в городе Ухань, главном очаге вирусной инфекции. У пациентов у всех выделен вирус гриппа А, сезонный, характерный для данного периода времени. Но для того, чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, соответственно, с определенными нормативами, мы отправили материал от пациентов в Новосибирск. Чтобы обезопасить других пациентов больницы, китайских студентов поместили в отдельные боксы. То же самое касается еще одного гражданина Китая. Мужчину сняли с поезда Пекин-Москва. Сейчас он ждет результатов анализов. Ася Касьянова, новости дня.